проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, друзья! И тут у нас стало известно, что Micromax Canvas 5 Lite Q462, название, с поддержкой 4G поступил в продажу. Компания Micromax сообщила о выходе смартфона Canvas 5 Lite на российский рынок. Новинка получила 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей, 4-ядерный процессор MT6735P с тактовой частотой 1 ГГц, аккумулятор емкостью 2000 мАч, 2 слота для сим-карт, 8-мегапиксельную основную камеру со вспышкой и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. По словам официальных представителей Micromax, в России модель Canvas 5 Lite будет доступна в корпусе темно-синего цвета с задней крышкой, выполненной из эко-кожи. Ну, эко-кожи, так и пишите, что дермантин. Технические характеристики Canvas 5 Lite вот такие вот. Операционная система Android 5.1 Lollipop, экран 5 дюймов, HD, процессор 4-ядерный, это мы уже все знаем. Так, память у нас тут ASU 2 гигабайта, ПЗУ 16 гигабайт, камеры мы уже тоже знаем. Так, 2 сим-карты формата микросим, 4G, 3G поддерживают, время работы в режиме ожидания 150 часов, в чем я сомневаюсь, конечно. Габариты 144 мм по высоте, 73,5 по ширине и 9 мм толщина. Так, вес 151 грамм. Стоимость нового Canvas 5 Lite Q462 составляет порядка 9000 рублей. Вот такой вот аппаратик. Ставим лайки, подписываемся на канал. Вот такие вот у нас новости. Понравилось видео? Поставь лайк и обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео.